Молодец, Максим. Поздравляю. Победителем турнира стала команда «Динамо Киев». Капитан команды, подходи сюда. Молодцы, молодцы. Давай. Молодцы, ребята. Алексей, давайте, да. Включаем. Двадцать лет назад Виктор Максимович Банников, первый президент Федерации футбола Украины, ударом мяча с центра поля дал путевку в жизнь этому турниру. И более 100 команд из ближнего, дальнего зарубежья приняли участие в этом турнире. И нам очень приятно, что уже пятый год подряд данный турнир выигрывает команда из города Киева, команда киевского «Динамо». И для нас это очень важно. Был период, когда на протяжении 3 или 4 лет киевские команды не могли победить в этом турнире. И нам вдвойне приятно, что практически в год 90-летия киевского «Динамо», этого славного праздника, киевская «Динамо» 13-летних мальчишек выбрала этот турнир. Мы видели, что сегодня в финале сошлись лучшие наши команды. Олимпийский колледж имени Поддубного, это спортинтернат простонародье, который называется, и киевская «Динамо». Это базовые команды сборной Украины. Они показали сегодня великолепную игру. Игра была достаточно равной, но класс и мастерство «Динамо» оказались на более высоком уровне. С чем я и поздравляю клуб «Динамо».